Хорошая новость для авиапассажиров. Сегодня открыт новый международный аэропорт в подмосковном Жуковском. В церемонии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. На первом этапе работы воздушной гавани ожидаемый поток пассажиров составит 2 миллиона в год. Осенью планируется ввести в эксплуатацию скоростную электричку с Казанского вокзала до станции «Отдых», ближайшей к новому терминалу. Хочу всех поздравить с этим событием. Оно важное и для Москвы, и для нашей страны. Вообще, чем больше будет услуг таких предлагаться нашим гражданам, иностранным гражданам по доступным ценам с использованием различных тарифов, тем лучше себя будут люди чувствовать, потому что кто-то хочет там в одном аэропорт расположиться и ехать, лететь там на каком-то расстоянии близком от города, кто-то выбирает аэропорт подальше. Это всегда вопрос экономического выбора. И то, что вот такое предприятие появилось, сейчас начинает эксплуатацию, создает дополнительный набор возможностей.